Директор «Оно футбол хоккей» Александр Попов встретился с журналистами спортивной дирекции Сибинформбюро. Александр Валентинович дал высокую оценку тюменскому «Рубину», который в прошлом сезоне завоевал Кубок Петрова. Новый тренер пришел, быстро адаптировался к своей роли. И, в принципе, такой момент случился, что вот игроки стали доверять ему, и он стал игрокам доверять. Однако сейчас состав «Рубина» перестраивается. Ряд лидеров перешли в другие клубы. Пытаться удержать смысл мы не могли бы. Единственное, что мы смогли удержать, это Назарова. А остальные игроки, там, даже те, которые в ВХЛ, в другие команды ушли, у них в разы зарплата больше стала. Если, ну, грубо говоря, так вот по цифрам говорить, что, допустим, если у нас 250 получал, на другой клуб он приходит, он получает 500-600.